Москвы, всем привет. Видео панорамное. Можно крутить, вертеть во все стороны, куда вам будет удобно. На компе кнопки WSD можно использовать. Можно также зажимать левую кнопку мышки и крутить колесиком, приблизить, удалить. На телефоне два пальца или один. Используйте. Идем поглядеть третий мост, строящийся. Как оно там? Воскресенье сегодня, 22 октября. Довольно-таки тепленький, погожий денек. Вот мы уже приближаемся потихоньку. Там на мосту повыше подымал, второй удлинитель взял, а видео еще также по схеме сделаю в обычном плоском формате, кому лень крутить. Вот, друзья, я вас повыше приподнял. Можете покрутить, повертеть. Сейчас проводку до конца моста отсниму. Неплохо так камера играет на конце. Мост? Так там пешеходный, наверное. Почему? Через железку. Ну, вот мост пешеходный. А не тоннель для машин, а, видимо, людям сверху. Ну, ты просто берут. Ну, люди же ходят здесь. Люди здесь, два люди ходят. Ну, вот раз они туда пробили. Дорогу. Вон туда на стрелку пробивает. Ну, здесь делают. Вдоль берега реки будет? Да. На стрелку дорог. Ну, в принципе, удобно. Вообще. Ты говорил, где тут провода? Ну, показалось, или что? Это трубы они подкрыли, вот дорога, вот ему они сделали. Ну туда, как ездили люди, все, по небу смотрели. Ну, друзья, третий строящийся мост. Панорамное видео. Ой.
потом через железную дорогу, они сверху железную дорогу будут делать. Автомобильный проезд сверху будет? А? Машины сверху будут ехать? Я думаю, сверху, да? Да? А тот на развязку будет, вот так, если там они поставили. И вот так раз на развязку сюда пошли. Ничего себе, мост вибрирует. А? Вибрирует мост. Вот этот пешеходный. Вас отправляют. Или не, а это а. Вон они забивают все это дело. Так там бурят что-то в землю. Не, вон забивают они все эти. Столбы железные, вон. Он не будет забивать. Опоры какие-то. Ну он как бы его тут вибрирует, и он туда заходит. Вон кран стоит. Ну, друзья, такая небольшая вам экскурс, панорама нашего Улан-Удэнского большого строительства. Ну, не знаю, но на следующий год, наверное,